Тут 60% обещали дождь, но с обеда. Я вижу, что тучу тянет только ближе к вечеру, к 5 вечера. Вот так вот молодые яблони красиво цветут. Сейчас, как я говорил, посмотрим центральные рамки в магазинах. Ну вот что у меня здесь на поилке творится. У девчат сегодня дискотека. Классно им здесь, они пьют. Налил им сегодня свежей воды. Ну и, наверное, надо будет немного, потом сейчас посмотрим, прикрыть нижние литки чуть-чуть. Мне так кажется, пчела облетывается, ветрено. Обещают на пару дней похолодание, ну ночью где-то 2-3-4 градуса. А вот от меня, если посмотреть вот с выступа, вот рядом цветет рапс. Конечно, хотелось бы поближе подойти. Ну, сейчас посмотрим, что у нас в гнездах по поводу меда. И в этом году будем с вами пробовать рапсовый мед. Сейчас посмотрим, распакую первый улей, чтобы у нас было онлайн. Надо уже трансляции начинать. Кстати, ложил вот такую вот сеточку для прополиса. Смотрите, как они запрополисовывают отверстия. Вот, даже войлок подпрополисовали. Смотрите. Прикольно работает. Работает. Запрополисовали отверстия частично. И по осени замораживаешь и собираешь чистый прополис. Ну, посмотрим сейчас, как в этом году, как это будет. Я только центра посмотрю. Залиты, не залиты, насколько. Смотрите, как в магазинах, сколько пчелы. Сейчас с вами посмотрим центральную, насколько она залита. Смотрите, сколько пчелы. Класс. Вообще, пчелки работают. Вот это все мои новые рамочки уже прошлого года и этого года. Вот я давал вот эту рамку, она была просто с вощиной, пустая. Я не думаю, что ее залили, но я вижу, что вощину они уже ей оттянули. Вау! Смотрите, что! Помимо того, что они оттянули новую вощину, так она уже залита, но еще не запечатана. Она залита с двух сторон медом. Это классно. Рамка с двух сторон залита медом. Мед прозрачный. Смотрите, какая красота. И уже даже вот есть печатный сот один. Бегают трутни, не вижу. Ну, пчелки работают, поэтому вторые магазины пока им ставить не буду. Все, возвращаю это аккуратно назад. В принципе, сезон неплохой, поэтому, я думаю, будем с медом. С улья запах воска, прополиса и меда. Все, друзья, буду кратенько показывать свои небольшие работы на пасеке и на пчелоферме в основном, и по стройке, и по пчелам. Сейчас еще сходим, наверное, посмотрим рапс. Пчелы, конечно, много, много, много пчелы.
Все, закрываю их. Бегается, чтобы никого не задавить. Смотрите, какая активность на 5 мая, как работают пчелы. Это первый улей. Снизу. Ай, приятный запах медового нектара, и таким теплом аж отдает с улья. А здесь вот пчелки полируют прилетку, плюс вентилируют. И вот такая вот активность. Смотрите, какие они мурзатые. Понятно, что не с рапса. Пошлите, сходим с вами. Мордочки все в желтой такой пыльце. Больше, ну, ясно, что с рапса. Вот что значит своевременно усилил четвертую семью. Такая же сильная активность у них. Пчелки работают. А эти пчелки вентилируют, нагоняют воздух в улей. Пошлите прогуляемся тут недалеко, посмотрим, как цветет рапс. Охранница одна ко мне приколупалась. Немного потопчу свой клевер. Ничего страшного. Цветут елки. Вообще люблю свое место, где располагается пчелоферма. Никого здесь нету. Тихо, спокойно. Можно наслаждаться пением птиц. Свежий воздух. В принципе, недалеко находится рапс. Для пчел это вообще не расстояние. Поэтому вот эти рамки, которые уже центровые подлиты, светлые, прозрачные, это рапсовый мед. Буду пробовать его впервые откачивать в этом году. Ну, посмотрим вместе с вами. Еще не особо таки не пробовал рапсового меда. Красота. Смотрите, какое большое поле рапса. И он уже зацвел. Само собой, мои пчелочки, девчоночки будут здесь тусоваться. Ого, какой он высокий. Что-то он так быстро поднялся. Да, это аромат. Смотрите, вон они все здесь работают. Вон они на рапсе. Друзья, смотрите, какой рапс. Я стою, он высоту с меня ростом. 1,72 м, 1,80 м рапс вымахал. Офигеть. Такой запах, конечно, сладковатый. Сейчас попробуем он залезть на сено и посмотреть масштабы этого поля. Я не думал, что он так быстро подымется. Но это класс, когда рядом есть такой медонос. Смотрите, сколько рапса. А учесть, что он цветет около месяца, я думаю, что в этом году мы соберем хороший урожай рапса и меда тоже с рапса. Поэтому мне самому интересно, для меня это как эксперимент.
Я не думаю, что здесь еще чем-то их травить будут, этот рапс, или удобрять. Поэтому будем надеяться, что с пчелами все будет хорошо. А вот так вот недалеко, вот буквально на пчелоферме находится, можно сказать, в 50 метрах, в 100 метрах. В 100 метрах находится поле рапса. Класс. Пчела работает, активная работа в радиусе 3 километров, а вообще достигает до 5 километров. Ну, само собой, чем дальше, тем пчела быстрее изнашивается, и ей нужна смена. Ну, а так как тут рядом, вы сами понимаете, поэтому такая и активность в ульях, что центра уже почти залиты. Я думаю, сейчас похолодание, где-то что-то подпечатают. Ну и надо будет ставить уже вторые магазины. Послушайте, какая красивая природа. Заходите на канал, будем вместе с вами делиться впечатлениями в этом году. Рад буду каждому подписчику. Пока-пока, до новых встреч.